Герои проекта бросают вызов судьбе. Раз, два, три. О, мой бог! И выходят из зоны комфорта. Теперь вы дизайнер одежды. Вы знаете, хорошо ли белорусы знают английский язык? Как пройдут испытания? Excuse me. I need Piccolo Street. Я хульмой веем разговариваю. Это не к Напульской похоже. Девушка, я прошу прощения. Девушка, на что вы готовы ради 100 рублей? Холодно. И насколько они поменяют героев? Не могу. Стыдно, я не могу смотреть людям в глаза. Люди были довольно-таки в основном дружелюбные, пытались мне помочь. Смотрите челлендж-шоу «Камень, ножницы, бумага» по субботам на Беларусь-24.